Всего участвуют 5 команд – сборной России, Украины, Германии, Словакии и Хорватии. Все как в самом обычном кёрлинге. Те же правила, те же условия и те же эмоции. Несмотря на то, что спортсмены не слышали, как их поддерживали зрители, трибуны не умолкали. К Олимпиаде у нас созданы все условия в инфраструктуре города для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому и люди едут к нам, и команды чувствуют себя здесь вполне комфортно. Происходит то, о чем мы раньше говорили, как использовать олимпийские спортивные объекты в постолимпийский период. Вот так и использовать по своему прямому назначению.